Да. Я никого не вижу в Дисе. Где эти люди? Если что, я Винокурни жду уже со стримом. А, ты ник поменял. Ясно. Я в Винокурни заходить не буду. Сори, я как бы... Мы с тобой перейдем в другую локацию. Ну, значит, ты крутишь первый. Никто не пришел на фан-встречу, да, на крутке. Ну ладно, вот, все нормально. Мисткоут пришел. Так. Микро включил. Привет. Раз, два. Не слышно, лагаешь. Не знаю. Сейчас. А, все, стрим появляется, да. Агась. Так, все есть, все видно, все смотрим, работаем. Еще раз доброе утро. Рассказываешь, сколько у тебя круток, что делаем, кого крутим, зачем крутим, куда крутим. А вот теперь тебя не слышно, я не знаю, или ты не говоришь. А тебе слышно? А, ты, наверное, по кнопке сделал или как, не? Да. Ну, значит, это генши не дает, там надо типа что-то... Там надо дискорд от администратора запускать. Ага. 50 на 50. Ага. Поехали. Оп. Зависть. Да мне Тома как раз не нужен, мне бы фишлю первую. Во. Так, вот я ты говорил, 50 сделано, да, круток? Было? Нет? Нет. А, нет? Здесь было 0. Это 0, это то есть супер ранее? Окей. Да. Окей. Окей. Балдеж, ну давай сразу я выкрутим, потом Марушку покрутим. Видимо. Просто вау. Хорош? Хорош? Да. А мне как бы больше ничего и не нужно. Прям совсем? Вообще. Даже оружие. Так быстро. Ну, меня не хватит на гарант на оружие. Ага. Я понял. Ну, как давай покликай, вдруг там еще кто-то выпал. Ну, сейчас могу пару десяток рельнуть еще. Да, покликай, да. Вдруг там сейчас... Все, поздравляю. Ладно, взвешенное и правильное решение. Я тебя толкать на крутки не буду. Как бы спасибо, что поделился стримерской удачей. Это да. Впервые, когда ранняя лего выпала. Да, мне, в принципе, тоже сегодня очень повезло. Прям супер круточки получились. Давай, хорошего дня тебе, удачи в прокачке. Давай, удачи. Пока-пока, покажешь потом забавы свою яя. Окей. Окей. Едем дальше или не едем. Я говорю, тут два человека, ну, типа... Мистер Сник должен быть и USS Enterprise и... А, там было написано, он может крутить ближе к 9 вечера работа, ну блин, ну ясно, один человек минус сразу. Сник с нами, все, ага, здорово. Hello. Hey, всем привет. Здорово, да. Подрубай экранчик. Ага, так, секунду. Никто не хочет... Да, на лесу очень мало, типа... Козу деда было там 15-20 человек, и мы всех еле-еле смогли просто, типа, сколько часа, полтора мы крутили. На Яймика, конечно, поменьше народу. Хотя, хороший сабдедешер. Ешки расставил, дамаг пошел. Вообще отлично. Ну вообще да, супер. Все народ немножечко обеднел после как раз-таки круток. Да, сейчас не так много примасов у людей, поэтому автопэшеры не приходят на яе, в основном, наверное, ждут более... Типа, это нормально, когда ты ФТП там игрок, ты больше ждешь какого-то персонажа, которого ты гарантированно уверен, что он сильный, все там стримеры, все там игроки его советуют, все любят, все хорошо, типа, что коза, что дед там, да. Ну да, само собой. Так что да, так плюс еще и Райден уже тоже проверенный суперсильный саппорт, который прям вообще во все пачки заходит. Смотри, можем какую-нибудь гамбу сделать, покажи, что у тебя там по круткам. А, под крутком у меня типа 60 ровно сделано здесь. Ага, в персонаже, да?
Да-да-да, и тут у меня 50-50 уже. Ну тогда давай будет. Выиграем ли мы 50 на 50, сделаем гамбут. Давай две минутки дадим людям полудоманить немножечко в чатике. Хорошо. Раз уж такие дела. Блин, я просто сразу же влюбился в Ямика, когда я только увидел. Просто лучшая мамочка в этой игре, ей-богу. Тут согласен, в принципе, люди... С первых дней, когда ее увидели, когда ждут, копят и да. Величиво стрим. Зачем? Какая разница? Тебе не нравится оформление Дискорда? По-моему, оно норм. Я вот прям очень сильно словил с нее такие именно вайбы хорошей Милфы, что-то в духе Лизы. Как вот в ее свидание. Ну да, есть такое. В принципе, чем-то они похожи, эти. Электромами с двух разных регионов, да. Бейдони, конечно, отличаются. Если уж брать всех электромилф, да, то Бейдо немножко другим характером. Ну да, она... Она больше такая, как подруга, с которой можно бухнуть, а не такая, как мамочка. Да, Сим Сакура еще со времен Хонки. Где на крутках будет больше, если крутки будут вечером? Сейчас многие работают. Я не вижу смысла крутить вечером. Вечером прайм-тайм Нюка, и там весь онлайн, все крутки у него в основном. Типа, когда патч выходит вечером, ну, когда персонаж выходит вечером, баннер 8 часов, других вариантов просто нет. Баннер вышел, мы крутим. А так, я обычно стримлю днем, у меня днем прайм-тайм, все основной онлайн это вот сейчас, типа. В час, там в 2, в 3 и так далее. Нюк у нас все-таки легенда Геншина, как он сам говорит, поэтому соперничать с ним вечером на крутках это не самая лучшая идея, если ты, конечно, не накрутчик. Так, ну что ж, ты дождался, гамбы сделаны, ровно 50 на 50, давай, крути. Поехали. Давай, удачи тебе, уже один ранний прям 50 на 50 мы выиграли. Мисткол, да. Возможно, он твою удачу забрал, ведь ты должен был быть первым, но он такой это сказал, что я уже сижу, я уже готов, давай. Я говорю, ну ладно. Ух ты. Не он говорит, что легенда, а в ТикТоке? А, да. Как лучше качать Мика? В Ешечку? Ну, поехали, давай. Удачи, удачи. Бом? С этим гигантским шаром на пол экрана... Как у деда прям у нее превьюха. Сложно перепутать. И... Денюк. Этот гигантский шар на пол экрана. Только огненный, а не электрический. Эх, ну, сори. У тебя какое созвездие Делюка? А, вот первое. О! Все, видишь, не жалко. Ой, прям первый круг. А, ну не, это не первая, это седьмая, восьмая. Найс. Вау. Найс. Десятка после Леги. Да, десятка. Да, просто Фогерс, вау. Класс, поздравляю. Какое оружие ей выдашь? Или ты хочешь немного оружка попробовать покрутить? Я, наверное, пощупаю как раз-таки оружейный баннер. Давай попробуем. Я считаю, что этот баннер можно, раз есть Мика, можно хотя бы до одной Леги докрутить. Выставил этот путь. Да? Угу. Хорошо, поехали. Потому что, да, здесь обе пушки хорошие, как любая выпадет, любая зайдет, типа, куда угодно. Да, ну да, но класс. Больше так, скорее на будущую ролю. Ну, просто то, что мне сейчас особо некуда девать, собственно... О, омут. Лучшая горничная. Да, омут. Ну, типа, не, я никогда не могу сказать, что омут некуда девать. Типа, его можно куда-нибудь пристроить, по-любому, типа, ГГ отдать. ХЗ. Ну, кстати, да, наверное, разве что... Не, однорукие слишком, типа, востребованы на самом деле. Да даже, типа, можно Синсу собрать ДД без церемонии, отдать ему омут, и тогда у него криты будут безумные. Не знаю, тогда там с Ешек и с одной ульты враги будут гораздо быстрее в бездне умирать, условно. Ну, Беннет, он, типа, ну, ДД Беннет. 44 ну, базы. Ну, у меня уже, типа, величие. А, ну, небеска, да, гораздо ну, лучше. Ну да, типа, игра чуть ли не с ревизом. О, вот тебе саппорт под ЕС. Сколько у тебя созвездий на Сару? Блин, ну вот безумно мало, это вроде то ли первое, то ли второе. Ясно, у меня тоже проблема.
Блин, это ты... Для... Оп! Так ты... Это, кстати, 50-50, так что... Какая-то быстрая, ранняя, или это прям дошли до... Ну, тут у меня тоже было... Ну, был гарант. Понял. Понял. Ну все, все. Все, я пришел, я передал вам удачу, вы выкрутили довольно удачных персонажей, также плюс Кагура, как у меня. Восхитительно. Поздравляю. Вау. Ну, Марун, давайте докрутим баннер, а то что? Ну, если хочешь, не знаю. Я бы не советовал, типа, C1 такое. Тому повыбивать. Хочу созвездие. Ну, опасное дело. Крутить ради четырех звездок к беде. К первому созвездию, я бы так сказал. Ну, шансы, конечно, 50 на 50, ну, как хочешь. О! Петин странник. Ага. Интересно. А то у меня как раз она уже начала заканчиваться. Ну, она тебе не нужна, потому что у тебя теперь есть. Ну, блин, я думаю, таки моно обворовать из-за сундука. А, моно, да. А теперь даже и обворовывать не надо. Еп. Угу. Слушай, банда, тут леги падают нужные прям. Да, еще один странник. Неплохо, неплохо. Просто заряжен удачи сегодня. Ну, С1 пойдет в укрытый вартах. Да и так вроде без восстанова может собираться имхо. Тем более, типа, когда ты собираешь фулл-укрытый, у тебя все равно четвертым статом идет один этот. Ну все, я думаю, блеск побереги. Угу. Блеск мне зачем тратить. Все, спасибо за крутки. Да, вам спасибо. Хорошего дня, удачной прокачки. Пока-пока. Так, ну у нас все. Должно было быть 3, но я не прочитал, что человек сможет крутить только вечером. Так что 2. И окей. Круточки есть. Ну что, теперь надо заняться немножечко подкачкой, хоть не хотя бы чуть-чуть. Да. Даже не знаю. Ну, можно крутки тоже на YouTube выложить. 2 человека не очень много, но...